Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. Сегодня у нас замечательная семга. Мы ее будем жарить. Очень люблю такую рыбку. Не всегда покупаю. Дорого, но иногда можно себе позволить. Я пока включаю плиту. Я положила, как всегда, пергамент. Я уже вам рассказывала. Я люблю так готовить блюда, особенно когда сковорода уже не новая. Все, включаю немножко оливкового масла и пусть она греется. Ой, как хорошо глянулось. Так, смотрите, самое вкусное в этом рецепте это маринад. Здесь у меня сок половины апельсина, чайная ложка меда и столовая ложка такого хорошего оливкового масла. Теперь добавляем немножко перца и соли по вкусу. Этот маринад очень хорошо размешиваем и заливаем рыбку минимум на 30 минут. Смотрите, я пока буду это переворачивать, ускорять этот процесс. Дайте полежать ей 30 минут в этом ароматном соусе. Сковорода наша почти нагрелась. У меня балкон с наклоном, поэтому... Рыбка готовится очень быстро. Самое главное ее не пережарить. Можно поджарить на сковороде гриль. Тоже будет очень вкусно. Но сегодня мне захотелось именно так приготовить эту рыбку. И просто оставьте, пусть она полежит полчаса. Я просто немножко ускоряю процесс, поэтому я ее пропитываю. Все, я думаю, что наша сковорода нагрелась. И выкладываем нашу рыбку. Все. Пока готовится рыбка, я немножко полью маринадом. Но если она у вас полежала нужное время, можно этого не делать. Даже... просушите рыбку бумажным полотенцем. Так, пока у нас готовится рыбка, мы приготовим наш гарнир, салат. Здесь у меня зелень, какая я нашла, цедра, апельсина, то, что у меня осталось, когда я сок, морковка. Добавляем сок апельсина, немножко оливкового масла, соль, перец по вкусу. Но не забываем смотреть на нашу рыбку. Перемешиваем наш салат. Он это время пока пропитывается. Давайте посмотрим на рыбку. Вот так. Видите, она уже, процесс пошел. Перемешиваем еще хорошо наш салатик. Сейчас мы попробуем на вкус. Посмотрите, рыбка как сразу доходит, какая она красивая. Я еще полью немножко соком, рассолом. Так, сейчас попробуем наш салат. Я немножко еще подсолю. Теперь. Так, все, салат наш готов. Сервируем наше блюдо. У
Берем замечательную тарелочку. Ну, смотрим на нашу рыбку. Давайте еще разок перевернем. Видите, она уже почти готова. Я хочу еще полить ее соком. Но если вы жарите, если она у вас простояла полчаса, можно этого не делать. Но я люблю делать так. Она, посмотрите, какая сочная. Выкладываем наш салатик. И достаем нашу великолепную рыбку. Ей буквально еще осталось пару минуточек. У вас есть время подписаться на мой канал. Рыбка просто великолепная. Она тает во рту. Видите, она изменила цвет. Рыбка наша готова. Вы можете на гриле, например, или поджарить до золотистой корочки. А я люблю такую. Она и не вареная, и не жареная. Что-то среднее. Но настолько она нежная и вкусная. Попробуйте приготовить с таким маринадом. И этот рецепт станет вашим любимым. Приятного аппетита. Рыбка наша великолепная готова. Выключаем плиту. Вот так. Посмотрите на эту красоту. Приятного аппетита. Буквально за 6 минут мы с вами приготовили великолепное блюдо. Всем пока. Я вас жду на моем канале. Берегите себя.